вообще с пабами, почему у меня одному лет 40 по голосу, он еще СССР застал. Мне 27, вы за***ли меня уже каждую игру, сколько можно, имейте совесть. Я, может быть, даже младше тебя, сраная протухшая рыба, иди в задницу. Я не курю, я не пью, я не знаю, какого хрена вам еще от меня надо. Если б я курил, я не знаю, что у меня с голосом было бы. Я знаю, какой голос будет. Шейкер, скажи что-то, пожалуйста, Шейкер. Мужики, я вас обожаю. Я вас ненавижу. Это взаимно. Если я попаду в ад, я буду сидеть там с пуджом. Кстати, в честь Нового года в своем телеграм-канале я разыгрываю 3 арканы 3 победителям. Все, что нужно, подписаться на канал, нажать кнопку «Участвовать» и, опять-таки, состоять на учете в 5-м психдиспансере. Ну, это по возможности. Победить может каждый. Желаю всем удачи. Я 5-ка пуш легендарный, пошел, продавец, давай. Я Сборка не Эрика Санфейма, лох, то есть... Ну, то есть, понятно, все ясно с тобой. И ради этого ты просил белку, вот и думайте головой. Откуда у тебя столько энергии? Я, брат, не пью, не курю, просто по мини гоняю, по 40 часов тут играю. Я человек серьезный, я тоже. Я тоже не пью, не курю, но столько сил. Чем ты питаешься? Я не питаюсь, брат, я кровь сосу. Я, в принципе, сосу, кстати, не хотел. Блин! А чё, в чем смысл? Фуру нет, но она ждёт её на ключ. Прием, да, Фуриона нет, прием, прием. Как связь, прием. Прием. Да, ну нахуй. Без маны. Сварк, еще нам стадий нужен, да, ты знаешь? Я Шейкер сдох как-то, я не представляю, как. Там человек, блядь, на рации, походу, играет. Ну, буквально на рации, там компьютера нет, просто рация. Когда первый на DS жмешь, там куда... Да еб... Ну попади ты хоть одной привязкой, как ты меня заебал за всю игру. Блядь, пускай закончит, вы меня заебали, это пиздец, блядь, клоунада, не игра, нахуй. У меня Бруда сносит тавр на 30-й в Шейкера. Охуеть! И Дарксира. Вот и все, победа пошла. Вот и думайте головой. У тебя что она такая сильная? Давай, давай, ебать сейчас, вот и все. Правда, чё сдох как-то, брат. Хата горит. Это потому, что кто-то слишком много ест. Да я не ем, мразь. Я на 2000 в месяц живу, сука. Чё ты покупаешь из еды на 2000? Гречка. Она зеленая или обычная? Она пропавшая, брат. Не, я думал, что ты эту зеленую гречку ешь. Не, я гречку по вене гоняю. Ой. Ой. Чё у тебя так денег мало на еду? А я вот, ну, никто гача пчелок не кидает, понимаешь? Ни пророка Санбоя, ни гачи пчелок, никто не кидает ничего. Ни хрена не понял. Сказать как человек. Я как человек вообще, в принципе, я не человек. А что, не блин брать или что, или форс? Потому что шанс есть всегда. Еды себе нормальной купи. Че с пабами, почему у меня одному лет 40 по голосу, он еще СССР застал? Мне 27, вы заебали меня уже каждую игру, сука, сколько можно, имейте совесть. Я, может быть, даже младше тебя, сука. Сраная протухшая рыба, иди в задницу. Да вы про Шейкер, наверное. Как меня задолбали, это нечто. 40 лет каждую игру, сука, мне 30 нету. Я тут задумался, знаешь, может курить пора бросать, я хуй. Я не курю, я не пью, я не знаю, какого хрена вам еще от меня надо. Если б я курил, я не знаю, что у меня с голосом было бы. Я хоть удовольствие от игры получу, я знаю, какой голос будет. Шейкер, скажи что-то, пожалуйста, Шейкер. Алло. Что? Блядь. То есть у меня человек, который ментальный возраст 40, на душе 27? Героиновый наркоман. Господи, ты сраная протухшая селедка, пошу бы, я на Новый год приготовлю, если б я умел. Сука, бочествуйте. Не знаю, законсервирую и шпроты закатаю. Не знаю, что с тобой еще можно сделать. За окном уже зима, а значит, это время новогодних подарков. А у адмирала Канги как раз завалялось несколько под елочкой. Осталось их лишь помочь ему забрать. Благо, наши друзья из Эпикут решили помочь нашему адмиралу и запустили мини-игру Treasure Hunt. Здесь все очень просто. Берем этого старого мореплавателя под руку и успешно доводим до конца, в котором нас ожидает море халявы в виде скинов и даже мега-сокровищниц. Просто посмотри на всю эту халяву внутри. Играть можно абсолютно бесплатно раз в час, и специально для нас эпики выделили еще одну бесплатную попытку. Кстати, играть можно даже с телефоном. Ну и конечно же нельзя забывать про зимний боевой пропуск, в котором вы за каждые 15 уровней будете получать гарантированную аркану. Пропуск платный, но по моей ссылочке в описании для вас он будет абсолютно бесплатен. Так что в закрепе снизу ты найдешь ту самую ссылку, а вместе с ней промокод на дополнительную попытку в игре и на 15% пополнения баланса. Не рыба, ты свинья! Это я свинья, дурак! Заткнись, ты свинья, тебе еще надо подняться. Будешь курицей. Ты в самолете летаешь? Ты это? Автопилот?
Рыба курица. Извините меня, дети, я летаю на ракете. Все еще дети и... Может, на танки пора перейти? Да, твоей мамы. Знаешь, я с ней гуляю. Вечерам, когда мне нечего делать. Она обычно по вечерам на Роллс-Ройсе домой приезжает. Я у нее езжу с ней. Я как бы не против. Не-не-не, меня подвозят. Че подвозят? Куда подвозят? До остановки? Мы буржу еду привозим, чтобы он не голодал. А, ты Яндекс.Доставка, да? На Ройс-Ройсе, гениально. Ройс-Ройс, да, Ройс-Ройс. Ройс-Ройс, да. Мы же таких названий, не знаю, придумали же. Ну у тебя там что, Аурус, я не знаю, что у вас там? Фантом, блядь. Братан, я сутками играю в доту, у меня ничего нет. Это правильный выбор, брат, ты вырубай счастливым, молодец. Да, спасибо, братик. Это Андрей Мершин, может быть, на Одессе? Андрюх, ты? Кто это? Меня третий раз за него принимают за месяц, наверное. Я не знаю, кто это. Ты тебя принимают за Андрюха Мершина? Нет, ну, ощущение, что люди все к консенсусу приходят с тобой. Ну, все-таки, ну, какая-то связь все-таки есть в твоих мыслях. Я просто играю в доту с 2006 года. Я не знаю, что мне надо, если честно. Поэтому никому не говорил, друг. Я не стесняюсь. А это правильно. Единственное, что у меня есть в жизни. А что у тебя в жизни есть, давай? Чё ты занимаешься вообще? Кто-то на гашиш перешёл. А я вот на гречке сижу, ну, если ты отваренный. Это я понял. Чем ты занимаешься на Драксиле? Какое твое хобби, кроме доты? Может, работа какая-то есть? Я понимаю, вопрос глупый, как бы, но... Да, он очень глупый, я просто играю. Не, ты работаешь же кем-то? 27-то уже, ну, пора слезть с маминой шеи. Ну, иногда аккаунты продаю. Кому, блядь? Понял. Какие аккаунты, блядь? На OnlyFans, блядь, или что? Это еще какой-то мем для слабоумных? Да, для меня. Ой, дураки, да. Сука, у меня живот болит, твари. Может, ты из-за того, что ты одну гречку жрешь, может, поэтому болит? Да, почему нас унесли все до сих пор? Ты меня гречка. Шейкер, ты как там, блядь? Как связь налажена, алё? Нихуя. А чё ты молчишь, блядь? Ты просто квалишь! Ты шо, блядь? Бля, мне падают сами. Серьезный вопрос. Твое любимое пиво на шейкере? Я не пью, родной. Эта катка не закончится никогда. Правильно. Без количества с ней пердел. Ой, не пердел. Да, у них все товара стоят, вы понимаете? Виктор, вообще, они фулл хпшные. Вы их даже не потрогали. Кроме меня. Смики шейкер ДС, блядь. Все товара стоят. Кажется, с пузом что-то не то. Живи, сука, поживи! Сажал, Мордок, сажал тебя на сварке. Вылезешь, если хочешь? Ты меня это сделал, блядь. Чтобы ты не умер, когда ты в Борчиде был. Строй. Да я каком Борчиде? Я скинул его, блядь, уже 20 раз. Пуджу просто надоела гречка, он хочет рыбки покушать, что ты не понимаешь? Боже мой! Некому сторону задефить. Задефайте, пожалуйста. А чё, трон надо было? А, да, Танин стоит, трон. Танин стоит, трон идём трон. Поход. Сука. Бля, если мы это выиграем, я каждому отсосу ещё. Не надо мне сосать. Почему? Против? Я не хочу. Заткнись уже, пожалуйста. У него там дети проснулись из-за тебя. Ты кота душишь. Саня, кота реально. Иди на детей, переквалифицируйся. Это лучшие глаза нет, мужики, я вас обожаю, блядь. Я вас ненавижу. Это взаимно. Вынужден восстановить эту хуйню, но сложно выиграть катку за 30 и пойти на экс. Уйди на шейкера, пошли. Смотри. Ждает. Ты ещё не попал. Кто умеет ждать? Знаете, если я попаду в ад, я буду сидеть там с пуджом. Тут везде видно, брат. Я бы тебя не хотел видеть. Не хочу тебя видеть. У меня уже кукуха едет от тебя. У тебя эмоциональный диапазон, как не знаю, 10-летнего ребенка, пудж. Шейкер, я не слышал ответа на вопрос, брат, ты как там? Какой вопрос? Там уже баран режется, походу. Пудж, тебе с твоим голосом надо или игры комментить, или на Версус идти. Это победа, блядь! Фичинстан, да нажмешь ты фиксу, а укажешь! Ну, если не бьёт без негатива.
Он трон, 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 трон. Добить, сука, добейте, там сейчас Бурда выебет. Бурда, грифт, грифт! И грифт зашел, грифт зашел, бейте, у нас трон, падает, бейте! У нас трон, 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 бейте, трон, бейте, трон, бейте, трон, трон! Трон, у нас грифт, бейте трон, бейте трон, бейте трон! Ебаные вы твари, я надеюсь, кука. Я на тебя подпишусь, брат, что такое? Спасибо за игру, дочерь. Знаете своих героев в лицо? Позывной Тухой Сиротка. Позывной Рация. Позывной 40 лет. Вот так надо.